Меня зовут Сирил Бензакен, мне 28 лет. 14 лет я занимаюсь кикбоксингом, а в прошлом году впервые выступил на ринге ACB-KB. На протяжении 3 лет я являюсь чемпионом мира по кикбоксингу по версии ИСКА. Да, я родился в Париже, поэтому 24 февраля я буду выступать на родине. Я всегда был очень спокойным и сдержанным. Бокс стал для меня настоящей находкой. Это позволило мне освободиться и самовыражаться. Там у меня получилось проявить то, что я демонстрирую в повседневной жизни. Но я по-прежнему очень сдержанный человек, стараюсь много анализировать, исходя из наблюдений за своими боями. Три причины, по которым публика должна обязательно прийти 24 февраля. Первое — это будет взрывной матч. Я и мой противник выложимся на полную. Мы вдохновим публику этим зрелищем. Вторая причина — это международный турнир, который пройдет в Париже. И такого типа мероприятия нерегулярны в этом городе. Можно сказать, что 24 февраля Париж станет мировой столицей кикбоксинга. Ну и третья причина — вам нужно поддержать такого парижанина, как я. Ça c'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est parce qu'il faut supporter un Parisien de souche comme moi.